Всем добрый день! Мы сегодня на площадке TLDCon 2024 в Минске. И Сергей Павлишев согласился пройти наше небольшое интервью. Не бесплатно, конечно же, но согласился. Ладно, мы это опустим. Сергей – представитель, между прочим, директор Hosterby. И хотела бы у вас в первую очередь уточнить, как вы оцениваете урожай. Урожай доменов и урожай в огороде. Порадовало ли вас и что больше? Урожай доменов в этом году выдался отличным. В этом году преломлена негативная тенденция по уменьшению количества доменов. В этом году мы, наоборот, наблюдаем устойчивый рост. И это касается как национальных доменных имен .by.bel, так и международных. Что касается урожая, с урожаем тоже все отлично. Собираем отличный урожай картошки, мы же в Беларуси находимся. Вот. И айтишники в Беларуси выращивают айтишные сорта картошки, как, например, сорт Connect, сорт Пароли. Это немецкие слова сорта, отлично растут в Беларуси. И вот айтишники выращивают и собирают отличнейшие урожаи картофеля. Отлично, спасибо большое за советы, что просветили нас немножко в агросфере. Но вообще, конечно, хотелось бы поздравить с такой положительной тенденцией в области доменной индустрии. Спасибо. Вы регистрируете домены, да, Hosterby. А вот, собственно, у вас, у самого, есть опыт покупки доменов, его обслуживания, и до сих пор ли он у вас существует? Безусловно, я покупал домены в разных национальных доменных зонах. Сейчас у меня есть домены в зоне buy, в зоне com. Я использую их прежде всего для функционирования почты, почтовой службы, ну а также просто как домашняя страничка. Да, ну вот можно сравнить, наверное, с визиткой, да? Кстати, визитка, да. Да. Спасибо большое. И последний вопрос. Вы анонсировали, что 3 декабря в Минске пройдет IGF. Подскажите, пожалуйста, может, какая-то из тем вас больше всего волнует, или вы хотели бы в первую очередь обсудить ее на форуме? Важных и интересных тем много. Я думаю, самые-самые важные, самые-самые интересные определит программный комитет. Это 10 экспертов, которые представляют самые разные сферы Беларуси. Именно они будут определять, какая будет итоговая программа форума нашего. А программный комитет всегда действовал, или это нововведение? Это нововведение. С этого года действует программный комитет, и программный комитет определяет, какие темы будут обсуждаться. Очень интересно посмотреть на планы IGF. Ждем с нетерпением. Приезжайте, спасибо. Спасибо вам большое.